Еще пару дублей, я думаю, сделаем. Скажешь, когда? Хорошо. Раз, два, три. Всем привет! Как мы и обещали, мы на женском хоккее. Самая красивая лига сегодня здесь, во Дворце спорта. Агидель, Динамо Нева, пятый финальный матч. Посмотрим, что же будет. Как все прекрасно знают, вход на хоккейную арену идет через ярмарку. Смотрел меня? Прикинь, меня реально уже знают, говорят, меня смотрели. Как сегодня сыграет Агидель? 3-1 Агидель. 3-1 Агидель? Как будет 3-2? Как будет матч проходить? В первом периоде Агидель выложится на все. Хоккейный термин надо назвать любой на букву «С». Скамья. Офсайд. Офсайд. О! Воу! Пожалуйста. Уже 1-0. А кто забил? А кто забил? Зажили, только зашли. Почему опаздывали? Агидель забил. А почему опоздали? Писали плакат, плакат сыну писали. Он первый раз, ребята, сегодня. Думаем, что-нибудь смешное снять, пока не придумали с тобой. Это не со мной. Сейчас мы с главным человеком на арене, потому что все его слышат. Денис, вопрос только один у меня вам будет. Где взять такую классную куртку? Это эксклюзив чисто для ведущего. Но я же тоже ведущий. О, смотри, сейчас будет работать. Он сейчас будет работать. Он работает. Подходят и говорят, что говорить. О, видели? Посмотрите, смотрите, смотрите. Они заставили их скандировать не очень радостно причем. Вот так работают. Это ТВ. Мы тоже хотели к ним подойти. Ну а теперь какой смысл? В другой передаче посмотрите. Сейчас с девчонками из Агидели пообщаемся. Сегодня они не состава, так бывает. Ничего страшного. Ну, бывает же такое? Атмосфера невероятная. Очень много болельщиков пришло. Наши девчонки пока ведут 2-0. Это прекрасно. Офигительная атмосфера на арене. Очень много болельщиков. Да? Да, мне очень нравится. Все понравилось. Очень офигенная атмосфера. Это я так сказал. Нельзя мои слова говорить. В этом году вы принимали участие в фотосессии. Каково? Лично мне это не первый раз, но... Да. Как, есть какие-то календари, которые мы не видели? Нет. Да? Нет? Да, 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 да. Нам забили гол за вас. Девчонки, надо назвать хоккейный термин на букву «З». Это не запасной. Прямо сейчас мы заскочили в комментаторскую кабинку без стекол. Потому что так круче. Ребята из БСТ отрабатывают финальный матч. Дмитрий Каретко, Константин Радийный. Все здесь. Смотрим за их работой. Моя фамилия не можешь запомнить. Общаемся с Дмитрием Каретко, с третьего раза я смог выговорить. Это один из немногих людей в Уфе, который знает, как шоу из КВН. Я немножко сутулился. У нас хоккейная азбука, которую мы уже так сильно интегрировали в общество. Надо назвать хоккейный термин на букву «Х». Х**овая передача. Это не про наш выпуск. Следующий термин на букву «К». Каретко.
Мне зовут продюсер трансляции. Да, какая? Все. Ему уже звонят. Как комментируется сегодня? Комментируется... Потише, не кричи, не кричи. Не кричи. Комментируется замечательно, девчонки большие молодцы. Между прочим, мы гордимся за Анну Пругову, которая разбирает моменты на главном телеканале Республики. Ну а Юра Елисеев тоже воспитанник спортивной редакции главного республиканского телеканала. Это мы вырежем, конечно же. Что мама говорит? Это папа. А папа что говорит? Он болеет за Агидель. Да когда он про нее узнал-то? Давно. Ну сколько, 2 дня назад? Нет, с самого начала. С какого года? Пропустим этот вопрос. Ну давай, рассказывай, как там? Если честно, очень жарко. И так просто, может быть, интенсивно двигаешься? Наверное, да, я всей душой болею за Агидель. А вы с кого болеете? За Динамо. А-а-а. Все, привет, меня это... В каком году ваша команда образовалась? Ну, мы, у нас игрок только год. А вы знаете ответ? Мне не надо, я за Агидель болею. А что, брать будете? Сосиски, песни говорят. Вкусные, да? Рекламируют? Да. А вы как на трибуне, как кричите, громко болеете там? Или тихонечко сидите? Ну, громко надо болеть, поддерживать надо девочек. Давай, допустим, ты тренер. Так, ну, больше драк, потом скорости побольше. Так. Ну и всего-всего. У тебя получилось новогоднее поздравление. Давай, пока. Интервью небольшое. Что вы хотели? Я сейчас все скажу. Давайте смотрим, на меня готовы? Давай. Торонто сыграет с Тампа Бэй в плей-офф НХЛ. Ваш прогноз? Да, надеемся на лучшее. А какой прогноз? Я не могу сказать. В понедельник будем делать. В понедельник. Друзья, Агидель, обладатель Кубка женской хоккейной лиги. Браво. Браво, Агидель. Аня, получается, не только эксперт, да, но и чемпион многократный. А теперь уже да. Вы посмотрите, какие полные трибуны. Это потрясающе. В свою историю Агидель впервые берет кубок дома. Это непередаваемое ощущение, раз. Во-вторых, огромное спасибо болельщикам. Тянули нас всю игру, тащили. И мы благодаря им, их поддержке выиграли. И это фантастика. Слезы счастья, потому что, это, мне кажется, это самый тяжелый плей-офф за все мои годы. Потому что, когда ты становишься старше, ответственность уже совсем другая. Нельзя подводить команду. Бьемся друг за друга. Спасибо девчонкам, спасибо Ане Пруговой, которая тащила нас весь плей-офф. Я безмерно благодарна, я люблю эту команду. Атмосфера как тебе? Нереально. Спасибо болельщикам, которые сегодня пришли нас поддержать. Они лучшие, и за счет них мы сегодня показали такой результат. Мам, пап, вы боксерове? Си! Просто невероятно. 3-2 в серии, 3-2 в матче. Агидель, чемпионство, домашние трибуны. Это, я, у меня слов нет. Другие блогеры лучше справляются. Я думаю, что вы просто смотрите все эти следующие эмоциональные кадры. Вот он. Красиво. Тот красивый дождь, ради которого команда проходит весь сезон. Золотой дождь на Дворце спорта. Все очень круто, супер атмосфера, мы чемпионы, совсем скоро отправляемся в раздевалку, а пока все еще девчонки продолжают наслаждаться моментом и, естественно, радоваться от этого триумфа. Девчонки, ну...
Скажу так, когда мы начинали, я только пришел, да, вот к вам в начале сезона, да, я сразу верил в вас, что вы действительно игроки с большой буквы. Я верил, что вы победите и докажете всем, что вы действительно сильнее всех. Спасибо вам большое и с победой! Ну что ж, мы в чемпионской раздевалке. Все очень просто. Надо выигрывать матч и становиться чемпионом. Да, такой и рецепт, ну, почти что такой. Ну, что там еще добавить надо? Немножко труда, старания так. И голов, конечно, побольше. Голов побольше. Были мы в Учалах, одна девочка спросила. Точнее, девочки одной спросил, как вам игра Ольга Сосина. Она сказала, так нормально. Сегодня чемпионская медаль у вас. Как игра? Так нормально. Ну, хорошо, что мы сегодня выиграли с нашими болельщиками, родными нашими. Это же круто, что мы первый раз, по-моему, мы у всех выиграли кубок, но это круто же. Часто все заганим немного и поедем, ну, там, отмечать. Ну и какое на вкус чемпионское шампанское? Корчит. Вот он, чемпионский кубок. Всем спасибо, кто был весь сезон с командой, все старались. Поэтому я думаю, что вы разделяете весь спектр наших веселых и положительных эмоций. Всех с победой! Я уже понял, я читаю вас в Телеграм.